Так, ну что, всем привет. Вита, не Виталий в эфире. Здрасте, Татьяна. Ефимова! Стой и танцуй. Чего ты меня вот так нагнул? Вот так нагнул. Так, ну что, лейдис, четверг, танцуем. Давайте начнем с разминки, да, подготовьте для себя. Ну, как всегда, да, пространство, водичка. Можно и не водичку. Что ж вы хотите? Сегодня танцы, поэтому уже отпрыгали. Все, давайте с разминки. Глубокий вдох. Плечи кладем на лопаточки, пожалуйста. Колени мягкие. Из дочки пространство и попить приготовим. Что именно попить ты приготовила? С левого плеча. Полукруг. Все. Напоминаю, работают только плечи. Хорошо. Давайте чуть-чуть быстрее. 3, 4. Отпишитесь, кто здесь, кто не здесь. Оставляем впереди, округляем спину. Назад, приводим лопатки. Только плечи. Давайте чуть-чуть быстрее. Хорошо. И 2 плеча. Округляем спину, приводим лопатки, да? Здрасте, здрасте. И целый круг. Через круговое движение. Угу. Прекрасно. Здравствуйте. Наши диагонали. Опс. Бедра стоят на месте. Плечи, диагональ. Чуть быстрее. Угу. Это типа танцы. Хорошо, давайте по 3. Угу. 1, 2, 3. Оставайтесь. 1, 2, 3. Угу. 2 коротких, 3-й чуть сильнее, да? Выводим. Угу. Прекрасно. Итак, левое плечо, целый круг. 7, смена. Еще смена. Круг, круг. Только плечом, если чувствуете, что рукой еще начинаете делать, прячьте руки назад. Округляем спину. Нашим солнечным сплетением 2 точки. Вперед и в себя. Право-лево, право. Лево, плечи параллельно полу. Контролируйте, пожалуйста. Можете поставить руки, как будто нас в разные стороны растягивают. Угу. Мышцы пресса держим. Итак, по 4. Вперед, в себя. Вперед, в себя. Право. Лево, право, лево. Евгения, что вы там попить приготовили? Окей, хорошо. Колени мягкие. Давайте еще раз. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Давайте еще раз. Я тебя услышала и поняла. Давайте чуть-чуть быстрее. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3. А еще ингредиенты там есть? Расскажите, пожалуйста. Смотри, что пьет. Домашний лимонад из винограда. Я еще про ингредиенты спрашиваю. Итак, внимание на 4 точки. Вперед. Лево. Себя. И вправо. Давайте сразу в другую сторону. Все мы профессионалки. Можем, умеем. 1, 2, солнечное сплетение. 4 точки. Вперед, вправо. Будьте готовы чуть-чуть быстрее. 1, 2. Пока что только наша грудная клетка с вами работает. 3, 4, 5, 6, 7. Еще 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2. Угу. Выводим нашу грудную клетку и как вот... Принцип, пожалуйста, галочки. Вперед, в себя. Вперед, в себя. И обратно спрятали. Давайте чуть-чуть быстрее. Диагональ, в себя. Лево. Грудной клеткой. Супер. Отлично. Вперед, в себя. Да, ставим над правой, над левой. Над правой, над левой. И вот сейчас, внимание, прямо и смена сторон. Oh,
заключительный, а теперь давайте по 4. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, чуть-чуть быстрее, наверное, уже пора бы и сделать. 7, 2, 3, 4, 4, 3, 2, еще пару, раз, грудную клетку ставим, ага, раз, два, три, четыре, хорошо, остаемся. Итак, диагонали, диагональ, перевели и спрятали, угу. Выводим, переводим и прячем. Выводим. Евгения, ты же знаешь, мои разминки дают спотеть. 5, 6 и 7. Чуть-чуть быстрее. Раз, два, три. Ага. Раз, два, три. Хорошо. О, три. А теперь собираем эти три точки. Ладно. Прорисовываем и в диагональ спрятали. Над левой, над правой и в диагональ. Трынь. Хорошо, еще раз. Справа, налево, диагональ вправо и в себя. Еще раз. Под мой неприятный голос. 5, 6. Давайте ускоримся. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Амплитуда поменьше. Музыка побыстрее. Супер. Ставим руки. Наши ладони. Будут наши точки. Солнечным сплетением, пожалуйста, бьем. Вправо, влево и в себя. Не, валяться не будем. Лево, вправо и в себя. В следующий раз поваляемся. Раз, два, три. 5. А здесь тоже помыто? Блин. Раз, два, три. 3, 2, 1. Кирилл за то, чтобы я валялась по полу. Можно мне лимонадика прислать? Раз, из винограда домашнего. 5, 6, 7. Хватишь? Раз, да, сгоняй. 5, 6, 7. Итак, соединяем. Раз, два. И в исходное положение, округляя спину. Раз, два, спасибо, Татьяна. Хорошо, чуть-чуть быстрее. Раз, два, три. Да, амплитуда поменьше, грудной клеткой. Три точки. Прям на. Прекрасно, спадаем вниз. Плечо, грудная клетка. Вниз. Растягиваем наши стороны. Кто тогда рядом может? Кто, Кирилл? А, ну да, кто еще? По три. Раз, два, три. А кто еще ложится-то? Согласитесь, кастинг можно устроить? Хорошо. Раз, два, три. Ага. 3, 2, 1. Прекрасно. Итак, берем наши плечи. Колени мягкие. Теперь перенос веса. Одно колено согибаем, второе выпрямляем. Контролируйте, пожалуйста, ваш вес. Переносим туда-сюда. Все достаточно просто. Просто. Теперь плечи кладем на лопатки. Кладем на лопатки. Назад. 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 Ага. Да, мы переносим наш вес и вместе с плечом перенос веса. 5, 6, 7. Давайте по 3. Ага. Раз, два, три. Напоминаю, работают только плечи. Ну и, соответственно, наши бедра, да? Немножко уже включаем наш низ. Прекрасно. Колени выпрямили и перенос веса вот прям уже основательно. Прожимаем наше бедро в ноги. Чуть быстрее. Раз, два, три, четыре, четыре, три, два, один. Сейчас такой прикол будет. О! Итак, на чем мы остановились? На дискотеке. Перенос веса. Поехали. Раз. И давайте чуть-чуть быстрее. Вот эту область. Я забыла, как это называется. Ставим рамку. Следим за тем, чтобы наши бедра выходили из рамки. Ну а что? Эту область. Лопатки приведены. 4 вниз. Будьте добры. Раз, два, три. Всем здрасте. Наверх, наверх,
наверх и вниз. Контролируйте вашу рамочку, да, вместе с бедрами никуда не уходите. Сколько вам позволяет растяжка? Чуть быстрее. Ага. Заключительные. Раз, два, три, четыре, четыре, три. Колени мягкие. Бум, посадили себя. Ягодицы над пятками. Наши бедра. Угу. Бедро поставили. Как будто его куда-то нужно ставить на место. Бум. Как опция, можно руки поставить на талию. Лопатки приведены. И колени на одном уровне. Да, не без вот этого, пожалуйста. Раз, два. Чуть быстрее, забыла вам напомнить. По три и раз, два, три. Два коротких внутри вашего тела, третий немножечко выходит за рамки привычного. Три, раз, два, три. И теперь добавляем руки на раз, на два, на три. Спуск через локти, сброс. Чуть быстрее, раз, два, три. Раз, два, три, по себе. Фум, фум, ха. Теперь в ногах добавим немножко на... Ага. Ху, и вниз присели. Два наверху и вниз. Давайте только бедра. Раз, два, вниз. Наверх, наверх, вниз. Добавляем руки. Наверх. Фу. Затянуть, сбросить. Раз, два, три. Три, два, раз. Есть, хорошо. Берем наши плечи и кладем на бедра. Вниз, 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 вниз. Пять, шесть. Остаемся в середине. Четыре точки бедрами. Раз, лево, назад и вправо. Вперед, вправо, назад и влево. Раз, два, три, четыре. Да, если не хотите ставить на талию, можете поставить здесь, только лопатки приведены. Чуть быстрее. Прекрасно, стоп. Ягодицы к прессу. Проводим эти четыре точки. Бедра на одном уровне, да, не поднимайте себя. Колени на одном уровне, проводим через поясницу. Прогиб в пояснице. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Женька, эта песня мне тебя напоминает. Раз, два, три, четыре. И в исходное положение ягодицы к прессу. Раз, два, три, четыре, четыре. Три, а если еще быстрее? Добавляем наши руки. Руками раскрываем грудную клетку. И вот здесь вот на исходное положение, да, не наматывайтесь сильно, да? Остановите руки. Раз, два, не знаю. Ты мне ее открыла, эту песню, что ли? Не знаю. Не спеши такие вопросы, чуть быстрее. В исходное положение. Еще сюрприз. Диагональ, назад. Диагональ и ягодицы к прессу. Диагональ, назад, диагональ. Чуть быстрее. Раз, два, три, четыре, четыре. Сейчас работаем на диагонали. Колени на одном уровне. Соединяем. Раз, два, три, четыре. Пока только на одном уровне работаем. Угу. Чуть-чуть быстрее. Раз, пошутила. Быстрее будет прям очень быстро. Давайте пока медленно. Сейчас еще сюрприз. Берем грудную, только грудная. Диагонали вспоминаем. Угу. Диагонали. А теперь только бедра, окей? Бедра, бедра, бедра. Сейчас будем по очереди работать. Наш верх и наш низ. Поехали. Грудная. Раз, два, три. Три, два. Стоп. Только бедра. Чик, чик, чик. Еще. Раз, два, три. Проконтролируйте вот этот вот момент, что грудная у нас с вами в стопе, пока работают бедра, да? Теперь давайте плавно соединяем грудную. Оп, медленно. Это мы с вами уже делали. Оп, спрятали в исходное положение, да? И только бедра. Ты-дын. Что эта песня там делает, я не знаю, но это...
это очень интересно. Ну, допустим. Хорошо? Давайте. Грудная клетка и бедра. Плавно. Раз, два, три. Угу. Три, два. Раз, бедра. Раз, два, три. Вуаля. А теперь соединим по точкам. Грудная вперед, бедра назад. Грудная диагональ, да? Прямо. Диагональ. И в себя. По точкам, поехали. Раз, два. Делайте 50 на 50. А то у многих, есть такая история, что только грудная работает, либо только бедра. Постарайтесь распределить, да? Чтобы и грудная, и бедра вместе работали. Давайте чуть-чуть быстрее. Раз, два, три, четыре. Четыре, три, два, один, четыре, три. А теперь и можно плавно. Да, работает и грудная по точкам, и наши бедра. А если еще быстрее? Оп. Прекрасно. Продолжаем с нашими бедрами. Вниз, вниз. Сейчас будет, вот у нас были точки, а сейчас будем через лодку. Более плавно нам нужно с вами наше бедро как бы поднять наверх. Ага. Раз, два. Раз, два. Чтобы были прям бедра мягкие, плавные, без резких ударов. Чик, чик, чик. Давайте один, один и добавляем два. Раз, раз и два. Тыщ, тыщ. А, а, а. Тыщ, тыщ. Продолжаем. Ца, 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 гу, гу, наверх бедро, и раз, и два, прекрасно, хорошо, прожимаем, супер, ну что, колени мягкие, берем наше бедро, диагональ и назад, все самое необходимое, сейчас пройдем и продолжим нашу хореографию, раз, два, диагональ, напоминаю, на каждой стороне по два счета, диагональ вперед, назад, протанцуем плечи, держим прямо, контролируем. Если не можете контролировать, берите себя в руки, образно говоря. А теперь давайте слитно. Раз, два, три. Теперь посложнее. Прожимаем нашу правую ногу, левую, правую, но и протанцовываем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Не уходите с ноги раньше времени. По три. Раз, два, три. Три, два. Один. Я руки специально поставила, чтобы вы видели мою рамку, да, что мой верх стоит на одном месте подряд. Раз, два, раз, два. Плавные бедра. Залог успеха. Лично говорю от себя. Хорошо, колени мягкие. А, восьмерка наоборот. Еще одна есть, кстати, восьмерочка. Сейчас сделали большую амплитуду, сильно маленькие не будем. Итак, показываем ягодицу. Бабах. Повернули, показали. И теперь в диагональ назад вправо. Бам. Задвинули. Показали вправо, в диагональ влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давайте слитно. Проносим. Прекрасно, колени мягкие. Здесь чуть-чуть быстрее. Раз, два. Хорошо. Согибаем нашу ногу в тот момент, когда мы уже показали ягодицу, и переводим ее на другую сторону. Поехали. Правая. И переносим. Хорошо. Левая. И переносим. Go. Раз, два. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Можно слитно. Чуть-чуть быстрее. Жень, Жень, сейчас будут по банкам стучать. Вот сейчас. Хорошо. Еще можно мягче. Вниз, вниз. Смотрите, вы можете делать это наверху. А можете опускаться вниз,
и делать это внизу. Да? Окей? Разные опции бывают. Итак, прекрасно, наши бедра. Плечи. Нам они сегодня очень-очень нужны. Итак, вспоминаем наши диагонали. Да? Теперь берем левое плечо и бьем в диагональ. Удар резкий. И назад мягко отводим. Раз. И назад. Ну, поехали. Удар. Мягко. Удар и затягивайте. Да, как резинку, прям жвачку тянем. Ага. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Поехали. Да, со стороны в сторону. Туда, сюда, сюда, туда. Ага, хорошо, плечи назад, это уже проходили, знаем. Супер, окей. Так, ну что, вроде бы еще волны остались, да? Давайте сейчас руки вспомним. Внимание, от локтей, вдох основанием, выдох кисти. Плечи, ничего с ними, ничего вообще, пускай стоят, умоляю, держите плечи в покое, они потом будут работать. Вдох основанием, выдох кисти. Начинаем с плеч. Плечи, локти, кисти. И вот сейчас плечи кладем на лопатки. И локти автоматически мягко становятся. Плечи, локти, кисти. И автоматически, да, видите, спадает. Вдох основанием, выдох кисти. Поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Прекрасно. В сторону от локтей. Раз, два, три. Ага, только от локтей. Плечи стоят на месте. А теперь от плеч. Поехали. Медленно. Плечи, локти, кисти. И вот сейчас плечи прожимаем назад. Локти, кисти. Чуть-чуть быстрее. Раз, два, три. Раз, два, три. Прекрасно. Подъем наверх. Плечо, локоть, кисть. Опускаем плечо, локоть, кисть. Да? Правая рука. Плечо, локоть, кисть. Плечо, локоть, кисть. Давайте две. Руки, локти, кисти. Угу. Плечи, локти, кисти. Еще. Раз, два, три. Плавность рук у нас с вами сейчас. Супер, прекрасно. Итак, берем правую руку. Левую руку. Я француженка, напоминаю. Левую. А левую руку сверху. Сверху кладем красиво. Ноготочки, пожалуйста, по 10 сантиметров. И проводим. Оп, по себе. Угу, давайте еще раз. Это нам тоже пригодится сейчас в хореографии. Раз. Поехали. Еще раз. Угу, давайте. Раз. Два. И поменяли. Ну, справедливости ради, мы сделаем на другую сторону. Раз. Хотя нам нужна только правая. Себе. Локоть. Мягкий. По себе. По себе. Прекрасно. Давайте вспомним наши волны, проныривание и начнем нашу хореографию. Хорошо? Пять. Нам нужны с вами плавные линии. Итак, маленькая, ну, давайте среднюю амплитуду сделаем в волнах. Я встану боком. Напоминаю, вдох основанием. Какой вдох основанием? Вдох грудной клеткой. Ну, хотя основание. Поехали. Раз. Далее. Пресс и наши бедра. Бум. Два. Дальше колени и ягодицы. Теперь ягодицы вздергиваем наверх и сразу грудная клетка выходит. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Слинасель. И раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Продолжаем в том же духе. Thank you in advance. I don't wanna dance. I don't need your hands all over me. If I wanna miss. Так, петь я не умею, поэтому опустим. Итак, диагонали. Назад. Назад. Вот сейчас вот. И диагональ влево. Бла-бла-бла. На три стороны. Направо. Назад. И налево. Ну что, теперь волна вперед. Колени, ягодицы, пресс и до солнечного сплетения. Раз, точка, два, три, четыре слитно. Здесь. Теперь
еще пару раз, заключительный, и поехали назад. Назад. Еще раз, два, три, выводим ягодицы, бум, четыре точки, прекрасно. Итак, спускаемся вниз, сейчас будем с вами макушкой нашей нырять под волну и выныривать, ягодицы уводя назад. Встану боком опять, да? Макушка, скручиваемся как клубок, руками опираемся о ноги, поехали. И когда выныриваем, руки по задней поверхности бедра. Круговое движение. И поехали еще раз. Раз, два, три, четыре, четыре, три, два, один. Вниз. Прекрасно. Итак, только на правую ногу. Еще раз. Через. Вниз. Смена. И только на левую. А что глазки такие? Ныряем. И вниз. После тренировки прям бабка такая. И вниз. Хорошо. Кирюха, можешь переключить дальше? А то как-то сильно я много... Еще дальше, нам нужно плавнее. Друзья, давайте доделаем еще. Один разочек. Зубам себе. Пять, шесть, хорошо, прекрасно. Еще. Да, я думала разминать, я вас буду дальше. Еще дальше, ужас какой. Еще. Угу. Прекрасно. Оставляй. Так, ну что, сейчас у нас с вами будет немножечко такая связочка. Угу. Мы нашей волной ныряем влево. И сразу, напоминаю, грудная клетка и плечо одно целое, то есть одна часть, да? Наша задача перевести себя направо, но без залома. Смотрите, без вот такого. Угу, бедро-то остается, а плечо ушло. Давайте еще раз. Семь. И раз, два, три, четыре. Нам тоже понадобится это в хореографии. Раз, два, три. Назад. Чтобы увеличить объем, мы локтем делаем замах. Кто может, кто хочет, я не заставляю. Но главное... Локоть, прямая линия, и только потом мы уводим всю часть назад. Поехали. Раз. Это и безопасно, да, нежели чем сейчас покажу, как не надо. Вот так. Видите, да, сразу. Прямая. Угу. Раз, два, три. Давайте пока еще медленно, в медленном темпе. Не забывайте ягодицы доводить до конца, до логического завершения. Чуть быстрее. Раз, два. Раз, два. Прекрасно. Супер, хорошо. Отлично. Итак, проныряли, волны сделали. Ну, давайте хореографию сделаем. В принципе, 21 минуты мне должно хватить. Да? Старалась сегодня вообще. А возьмем за основу то, что делали в прошлый раз. Угу. Итак, наша волна. Левой ногой. Что такое? Поехали. Напоминаю, чтобы нам перевести себя, да, через волну, нам нужна опора, то есть наша левая. Оп, сразу замах. Грудная клетка и плечо. И опора из левой ноги. Раз, два, три, да, поехали. Волна. Раз. И смотрите, автоматически у нас же плечо назад ушло. Соответственно, левое плечо. Сейчас мы подставляем правую ногу, и левое плечо делает замах. Назад уводим. Правое плечо опять. И выставляем левую ногу и как бы подтягиваем к себе. Вот такое движение. Еще раз. И раз. Еще раз. Левое плечо. И раз. Как бы такой замах идет, да? Давайте еще раз левое плечо. И раз. К себе. И раз. К себе. Обе руки на вашем теле. На моем, мои на моем, ваши на вашем. Конечно, можно на чужом, я не против вас. Я только за такого. Как бы. Поехали. И раз, два, три. Ага, она была шутницей.
Угу. Уть куда? Ой, моя любимая песня. Да, да, я это уже неоднократно. У меня все любимые, реально так и есть. Но это одна из любимейших. Мне лет было 17, когда я ее слушала, я помню, ой, вообще, такая ностальгия, ну что. По 17 годам поехали. Раз, два, три. Очень красивая песня. Давайте просто послушаем. Семь, волна. Раз, два, три. Оп, подтянули. Левая нога свободная, как всегда. Свободная, конечно. Не буду продолжать. 17, даже 17. Выводим, вперед шагаем. Ставим, не веришь, что ли? Да не сейчас мне 17. Разноименная рука и нога. Да, 17 лет было. Она пошла гуглить, какого она года. Хоп. Ну, я имею в виду эту песню. Друзья, смотрите, волна. Волна, да. Нет, Джесси Уэйр, блин, пошла гуглить. Раз, перенос веса. Мы оттолкнулись вот здесь с вами, подтянули и сразу бум, да? Далее, в то время, как подставляем нашу правую ногу, левая рука выходит, оп, и правая рука делает замах, мы подтягиваемся, бум, к себе, к себе. Сейчас отставляем нашу, давайте так, можете запутаться, левую ногу или та, которая дальняя от экрана, от меня. И вниз ныряем. Одна нога прямая, вторая мягкая. Оп. Угу. Да, дальнюю ногу, поехали. Пять, шесть, с самого начала. Чик, чик, ау. Вниз. Здесь. Когда у нас с вами проныривание, мы руками уходим. На прямые ноги пришли, да, мягкие, мягко-прямые, давайте так договоримся. Отставляем ногу, левую, ныряем, передняя часть бедра и выныриваем заднюю часть бедра по бедрам. Оп. 21. Мне сегодня 17 лет, 21 раз. Ой, надо запомнить, кстати. Жень, я юная. Пошутила, подружка. Шесть, семь, сначала. Раз. Вот это было сейчас неправильно, как я сделала. Смотрите, я сначала сделала замах, а потом ногу. Так делать не надо, да? Автоматически все должно быть. Поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Вниз. Раз, два, три. И теперь нашей. Сейчас отойду, друзья, подождите. И теперь мы с вами отходим назад, заводя наше, шагаем назад нашей левой ногой и левым плечом. Раз, да. Теперь помните движение вот такое, бум, оно поможет нам сейчас с вами повернуться. И шагаем нашей правой ногой к себе. Оп, подтянули. К себе. Угу, окей, поехали еще раз. Пять. Шесть, ныряем. Три, раз. Слушайте, мы можем, в принципе, шагнуть. Два, три. Пожалуйста, давайте шагнем, так будет удобней. О. Кайли, поехали. Пять, шесть, семь, и раз, два, три. Чик, чик, чик. Назад, шаг, здесь. Все. Не могу, я отвлеклась, поехали. Раз, два, три. Женя, получишь по причинному месту. Раз, два, три. Назад, открылись и подставили. Счет, поехали. Раз, два, три. Угу. Раз, два, три. Вниз. Раз, два, три. Окей. Раз, два, три. Да, вот здесь мы с вами закончили. Три. Хорошо? Подставили. Друзья, сейчас очень важно. Раз. До груди дойду, увидишь. Назад.
открываемся, переносим вес. Вот здесь ставьте ноги под себя, да? Назад под своим весом. Оп, подставка, и левая нога выбивает правую. Так, как нам нужно с вами сделать вот такой сброс. Мы его как-то вот так делаем. Давайте сброс сделаем. Итак, через локти руки. Раз, к себе. Раз, бы. Раз, бы. Раз, чуть быстрее. Па. Типа, шик. И перья, перья, пошли. Бум. Вместе с ногой. Раз. Ага, я даже знаю, что вы сейчас делаете. Раз, два. Раз, расколоть. Многомиллионная аудитория, между прочим. Раз. Давайте с самого начала. И раз, два, три. Подтянули. Шаг, шаг к себе вниз. Раз, два, три. Хорошо. Раз, два. Подставили. И сброс. Брос. Угу. Еще раз. Пять, шесть. И раз, два, три. Вниз. Раз, два, три. Хорошо. Раз, два, три. Раз. Угу. Окей. Далее. Шагаем нашей свободной правой ногой. У меня все ноги вообще свободные. Окей, сброс, и сразу проходящим шагом идем руки по себе. И вот тут внимание, сегодня прям какая-то соблазнительная хореография. Руки, кисти, ставим левую ногу и переводим вес через, да, оп, через волну, все умеете. Сброс, руки по себе, ведем, 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 и поехали. Та-да-да-да-да-да-да-да-да, вниз, 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 вниз. Оп, приводим лопатки. Ягодицы прям максимально назад уводим. Давайте со сброса. Руки по себе. Переносим вес вниз. Они вот тут встречаются и проглаживают нас вниз. Куда надо? Во внутреннюю часть бедра. Вот сюда. Угу. Смотри, аж от игры оторвались. Умею, отвлекаю. Хорошо, давай дальше. Итак, давайте со сброса. Сброс. Руки по себе. Отлично. Та-д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 а. Оп. Выводим грудную вперед, ягодицы назад. Еще хочу вам пожелать всего самого хорошего. Раз. И вот здесь руки сразу по себе. Вот тут, друзья. Не вот так. Умоляю, прошу. Прям требую. Сразу. Оп, переносим. Голова. Наши стороны. И вниз. Вот тут секретик сейчас будет. Опускаемся вниз, проглаживая. И теперь смотрите, у нас работает. Смотри, аж выдернулись. О-о-о. А теперь оп! Как немножечко сутулая такая. И вырастаем. И плечи кладем на лопатки. Я и так умею, между прочим. Не только обезьянкой скакать. Ага. Видали? Сброс. Это вот так у меня в голове. Помните обезьянку вот эту, да? Шесть, со сброса. И раз, два, три, вниз, оп. Прям это должен быть, знаете, такой акцент. Тыщ. Вниз, а, и назад. Попробуем. Вниз, вниз, а. И плечи в последнюю очередь. Зачем я хакаю-то? Хо. Да? Но это еще не все. Сейчас посложнее будет. Давайте вниз опускаемся. Вниз. И наверх. Вы можете, кстати, это затягивать, пока оторвусь. Вы можете это растягивать на хоть на 10 счетов. Чем дольше, тем симпатичнее, да? Главное растянуть. Не раз, два, три обязательно, да? Прям можно растянуть. Поехали. Вниз. Бум. И наверх. И вот сейчас мы, смотрите, плечи положили на лопатки. И еще раз вниз, как вдох такой делаем здесь. И поехали, правая рука. Правая, левая поднимает нас. Поднимает. Поехали. Раз по себе. Два. Остаемся на левой ноге. С самого начала. Давайте. Ага. Давайте. Назад. Раз, два,
три. Хорошо. Раз, два, три. Ага. Раз, два, три. 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 Вниз. И правая, левая. К себе. Все к себе. Все ко мне, пожалуйста. К себе, к себе. Через кисти. Кисти мягкие. Ну, мягкие я в том плане, что они не вот так вот зажаты, да? Но натянутые. Да? Раз, два. Давайте еще раз с самого начала. Раз, два, три. Хорошо. Раз, два, три. Угу. Раз, два, три. Вот здесь, заметьте, отставила ногу. А для чего? Чтобы с нее потом пойти сразу. Чтобы было удобнее, да? Ну, вы можете, конечно, нырнуть на прямых. Почему нет? Но потом будет неудобно. Вот так шагать, да? Давай дальше. Te amo, te amo, she says to me. А ее, наверное, нельзя. Поэтому... Вообще не знаю, что это. Оставляй. Но будет интересно. Серьезно, я не знаю, что это за трек, как он там вообще оказался. Семь и раз, два, три. 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 Что ты меня там? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Я сегодня эту песню нашла. Вы заметили, что это за песня? Класс! Рам твоя какая, давайте. Семь и раз, два, три. Раз, два, три. Ага. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Это еще не все. Как нам выйти с вами? Давайте вот здесь поднимаемся. Правая, левая. Мы поднялись, да? Теперь правая рука, себя любимую. Хоп. Поближе к вам стану. Раз, два. Оп, правая. Теперь левая делает самомассаж. И выводим правую руку вперед, а левую назад. И можно носом еще ставить. Женя, что, можно я ставила? А, Лиану? У нас тут... Поехали. И раз, два, шаг. Какой шаг? Шаг, говорю. А, друзья, смотрите, мы себя с помощью рук поднимаем наверх. Наверх, и правая рука сейчас нас с вами должна развернуть обратно. Хоп, на левую ногу. И меняем. Бум. Yes, of course. Да. Ну что, давайте все с самого начала попробуем. Не, вот не уверена я насчет вот этой штучки, если честно. Поехали. И раз, два, три, четыре. Поехали еще раз. И раз, два, три, четыре. Давайте все с самого начала, да? И продолжим. Угу. Семь. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Сброс, сброс. По себе ныряем. Вниз. Бум. Ха. Вниз. Раз, два, три, а. Блин, такая вообще классная песня, да? Ой, аж за душу берет. О, еще одна. Два, три. Будем медленно. Раз, два, три. Угу. Раз, два, три. Поехали. Ца, ца, ву. Чик, чик, чик. Вниз. Чик, 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 чик. Ха.
наверх. Фу. Вниз. А. Хорошо. Раз, два, та, та, та. Вот прям, вот биты нам очень сейчас, кстати, помогают. Это универсальный темп, и мы можем под него, а, чик-чик-чик-чик, разные делать, разный ритм. Поехали. Пять, шесть, семь, и. Фу. Ца, ца, медленно. Фу. Хорошо. Друзья, вот сейчас меняем местами руки и переносим вес на правую ногу. И замах. И обратно в левую. Хорошо? Давайте что? Итак, что делаем? Правая рука впереди, левая сзади. Перенося вес на правую ногу, мы меняем местами руки. И поднимаем их наверх. И замах. Угу, давайте. Пять, шесть. Вот, пришли. Переносим вес. И вниз сверху, как перенос веса мы с вами сейчас все делаем, да? Бедро на мягкую коленку. Давайте еще раз. Давайте с трех вот этих. Та-та-та-ра-та-та. Спокойно. 7-8. Поехали. Раз. Два. Та-ра-та-та. А. Фу. Вниз. Теперь представляем, что мы циркуль. А, и наша правая нога свободна, очень свободна, более чем. Делаем замах, вот у нас замах уже есть. Прижата к полу, и мы остаемся на нашей правой ноге, ставим в сторону, бум, левую, согибаем левую и опускаемся грудной клеткой вниз, 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 вниз. И теперь вот как на море. Ха! Сфоткай меня. Как в воду, помните, мы волосы опускали? Я всегда так делала. Вот так, да? То же самое. Грудной клеткой вниз, грудной клеткой вниз, голова доходит до прямой линии и ха! О! Давай. Видела? Ау! Залетел. Ужас какой. Да, давайте еще раз, с самого начала. Пять. Жень, ты танцуешь? Семь. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Сброс наверх. Перенос веса. Вниз. Оп. Вниз. Та, та, та. Та-га-да-га-да. Меняем местами. Замах. И на правой ноге. Бум. Руки сразу на бедра и вниз пошли. Ха. Вниз. Окей? Останемся в этой позиции. Вниз. Пу. Да. Скоро нас с вами ждет, еще и руки ждут. Это прям будет high level. Да? Мы будем выводить с вами руки вперед. Ага. Еще очень много раз мы с вами сможем сейчас пройти. Нормально. Только она такая пободрее сейчас будет песня. Поэтому будем чуть-чуть ритм увеличивать. Семь. И раз, два, три, хорошо, раз, два, три, угу. Раз, два, три, угу. Раз, два, пауза, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, чик, та-га-да-га-да, наверх, вниз, шаг, тэп, вниз, ха, да. Давай дальше. Что-нибудь мягенькое. Еще один раз. О, оставляй. Оставляй, конечно. Ты что? Нет, можно я включу одну песню? Она точно нам подойдет. Прям точно. 100% мы всегда под нее все подходит. И бог. Это же гениальная песня. Да? Только сейчас будет быстро. Один нюанс. Раз, два, три. Раз. Раз, пять, шесть, еще два раза, семь, и раз, два, три, ца, ца, вниз, наверх, и та, та, сброс, и шаг,
шаг вниз. А. Та-та-та. Та-та-та. Ну, Жень, какой секси-бэк под эту хореографию? Ха! Вниз. Бум. Ха! Наверх потянули обратно. Ты не секси. Ну, давай потом. Давайте. 5, 6, 7 и... Вниз. И. Та-та-та. Раз. Два и три. Хорошо. Наверх. Наверх. Фу. А. И. Цик. Цик. Фу. Вообще мимо музыки, ну да ладно. А. Кто мы такие, чтобы танцевать музыку? Еще? Давайте. Все, заключительно. Давайте. 5, 6, 7. И та-та-та, та-та-та, вниз, па-бум, сброс, ага, наверх, перенос, вниз, а, вниз, еще раз, два, три, бум, тык, 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 хоп, все. Классная песня, вообще супер. А, друзья, ну все, подошло к концу. Отпишитесь, пожалуйста, попозже. Я сейчас эфир закончится, я все прочту. А, получилось, не получилось, что было сложным и так далее, чтобы понимать, куда мы идем, так скажем, нащупать вас. А, все, ну что, закончилось занятие. Классного настроения, классного вечера. Надеюсь, вас зарядило. В субботу также я будут... Не помню, что я придумала, но что-то будет веселое в очередной раз, как всегда. Позвоню Ефимовой. Кому еще надо позвонить? Всем могут позвонить. А, все. Спасибо, что пишете, спасибо, что танцуете. Самое главное, спасибо большое, оставайтесь с нами. Спасибо большое, я очень рада, что у вас все получается. Я рада. Я вас благодарю. Ура, получилось! Вы видели, получилось! Спокойно, я остаюсь здесь жить, в этом квадратике. Все, всех обнимаю, целую. Спасибо вам еще раз большое. Прям большое-большое. Все, всем пока.